10 марта в Ледовом спортивном центре города Жуково стартовал Кубок губернатора по хоккею среди мужских команд. На торжественном открытии детской команде города Жуково, которая стала победителем Кубка губернатора Калужской области среди детских команд, были вручены медали. После открытия на лед вышли хоккеисты города Жуково. Результаты первых игр. Козельск-Перемышль 12-4. Хоккейный клуб «Жуков» «Автоприбор Калуга» 11-5. Малоярославец-Миндынь 4-10. Калуга-Юхнов 13-7. Ермолино-Обнинск 1-3. 17 марта в субботу в 10 часов встречаются команды «Хоккейный клуб «Жуков» и «Перемышль». В 12 часов 30 минут играют команды из города Калуги «Автоприбор» и «Северный». 18 марта воскресенье в 10 часов Медынь-Ермолино, 12 часов 30 минут Калуга-Малоярославец, 15 часов Юхнов-Обнинск.